А вот следующий, у меня вообще триптих такой есть. У меня есть, не скажу, был, есть, остается, и даже под смерть побратим. Это правый летчик вертолет Ми-8, его звали Вадим Бурага. В Афганистане мы побратались, как и почему, там дальше из песни узнаете. Похоронен он, значит, есть в Подмосковье, не доезжая до Домодедово, есть Востряковый такой поселок, или деревенька, там кладбище. Вот на этом кладбище он и похоронен. Рядом с его женой Нина Красавица, она не пережила гибели мужа и умерла уже в Москве, тяжело болезнь. И все рода Бурага умерли. И позапрошлом году разбился его сын Вадим Вадимович Бурага, вот в катастрофе погиб со всей семьей. Так что вот рок такой висит на семье Бурага, а брат был отчаянным вертолетчиком, побратались мы с пьяную сдуру, но помнили вот такое. Сначала про то, как мы побратались. Марши при расчетах, их было 500, а не 200, как нам сообщали. В кишлаке Фаргамуш, весь второй батальон, пулеметами духи зажали. Отсекли БДРы огнем СПГ, три из них подорвались на минах, налегли наши роты, припали к земле, и осколки плясали на спину. То есть справа здесь то, черт и всех разберет, хуже нету такой заварухи. Из мечети вдоль улицы бьет пулемет, и визжат озверевшие духи. Время 20:00, надо что-то решать, скоро ночь наши шансы урежет. Без колес и брони нам кольцо не прорвать, они нас теперь не поддержат. Страха не было, только вселенская злость и расчет на везение любое. Я потом уже думал, а если пришлось затыкать пулемет то с собою, да, наверное, я б смог, ошалев от тоски, если смерть так уж лучше с почетом. Только вдруг душей полетела от реки, так знакомый напев вертолета. А мы ведь знали, вертушки на базу ушли за высокие горные гряды. По какому приказу вернулись они, да еще перед самым закатом. Дальше все как по нотам, взорвался эфир, баритоном окрылся комбата. И взметнулся распоротый Нурсами мир, и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, все отмечено в справках и сводках. Остальные вертолетчики, что вытащил нас, оказался моим одногодкой. Да еще москвичом, эх, тесна же земля, побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, а его угораздило по-моему. Мы по капельке крови смешали в стакан и добавили спирту с водою. А начальник разведки, седой капитан, был при этом при всем громадою. Это диким покажется вам издали, мол, с ума что ли там посходили. Но мы традиции сами слагали свои, жаль, что наичане позабыли. Мы потом ни один еще прожили бой, да все мы жили боями в Афгане. Я в апреле в Россию вернулся, живой. Он сгорел в сентябре в Бадахшане. На гранитной плите между цифр тире и слова, выполняя задания, я сюда каждый год прихожу в сентябре, обратимо моим на свидание. Так теперь живу, не боясь ничего, может быть, за себя, может быть, за него, может быть, за себя, может быть, за него.